магазине вентилятор вытяжной, панельный, называется. Диаметр 100 мм устанавливается, ну, для вытяжки, ставится на кухню. Цена — это как бы самый такой, можно сказать, дешевый вариант, 700 рублей. Он, этот вентилятор, без обратного клапана, просто вытяжной вентилятор. Вскроем, посмотрим. Вот сам вентилятор. Ключ, пакет, инструкция. Вентилятор очень простой. Чтобы его установить и подключить, надо вскрыть, убрать решетку. Ну, особенность этого вентилятора — только москитная сетка. Все, как бы по производительности он средний. Здесь посчитать инструкцию. Порядка 30 метров кубических в час. Вентилятор. Сейчас вскроем, посмотрим. Так, вентилятор. Чтобы его подключить, надо открутить крестовой трубочкой небольшой винтик. Вот. Здесь его, эту крышечку, поддеть немножко. Вот она, москитная сетка. Вот. Подключается. Здесь вот находится светодиод. Индикация, что вентилятор включен, работает. Вот здесь есть клеммик небольшой. Подключается. Ну, я думаю, можно использовать кабель порядка 0,75 квадрата. Подключить сюда. Прежде чем, значит, его установить надо, а потом уже будем заниматься расключением. Вот такой вентилятор. Вот это место, куда хотим поставить этот вытяжной вентилятор. Вот. И как-то надо будет организовать кабельный канал по стенке. И подключим его, наверное, вот есть выключатель. Здесь вот освещение. Я думаю, что заменить выключатель на двойной. И подключить будет подсветка рабочего стола и включение вентилятора. Установили вентилятор. Вот находится на место. Сейчас к нему подведем кабельный канал. Ну, где-то там вот по стенке, допустим. А потом уже проводку и расключение. Итак, установили панель вентилятора. Вот она. Приклеили кабельный канал. У нас здесь розетка стоит до розетки. Там сделаем переход какой-то аккуратный, тоже в кембрике сделаем его. Вот. Потом закроем все это вот таким вот образом. Для подключения вытяжного вентилятора нам понадобится отвертка плоская. Это 4 мм, 3-4 мм. Бокорезы, пассатижи, и можно использовать наконечники, которые продаются во всех электротоварах. И, соответственно, провод 2 на 0,75 квадрата. Защищаем провод сразу. Специальный инструмент для заделки, обжимки, просто
укрыло. Мне достаточно. Условия. Так, берем наконечники. 0,75 квадрат. Я тоже не буду использовать специальный инструмент, просто конусом сильно придавил, тем более он там еще разожмется крепежным болтом, бутиком, сон клеенники. Также вот надел второй. Вот, сразу подготовил, чтобы удобно было делать монтаж на высоте. Для фиксации выхода провода с вентилятора имеется специальная пластина и два самореза, необходимые для фиксации провода. Производим подключение вентилятора и укладку кабеля в канал, который мы приклеили к стенкам. Вот примерно это выглядит так. И по кабельному каналу дальше мы его заведем до розетки. Вентилятор подключили, осталось надеть крышку. Вот мы его подключили к розетке и последовательно с вентилятором будем ставить выключатель последовательно с розеткой. Когда крышку ставят, там надо будет сделать выемку под горячий кабель в крышке. Вот крышка, надо будет здесь сделать вырез в этом месте, ну, чтобы не мешал, иначе она не закроется. Поставили крышку, закрутили снизу самовес. Видите, все готово. Осталось включить, подключить выключатель. Демонтирую старый выключатель. Выключатель поменяли. Сейчас одна сторона это забирается освещение, вторая вентилятор.